В Якутске взяли под стражу женщину, подозреваемую в убийстве своей малолетней дочери. По данным следствия, 16 марта текущего года возле дома 27/4 по улице Хабарова женщина металлическими плоскогубцами нанесла множественные удары в жизненно важные органы своей 9-летней дочери, после чего спрятала ее тело под металлическим гаражом. Следственный комитет прокомментировал данную ситуацию. Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы города Якутска. По признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство малолетнего». 18 марта в отношении нее судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время производства следственных действий и предъявлено обвинение.